Здравствуйте, с вами Наталья Самойленко. Благодаря питерскому ландшафтному клубу и «Зеленой стреле» мы посетили давних наших друзей и коллег Дину и Виктора Коробова. Спасибо им огромное, что пустили в свой мир. Ведь сад – это воплощение внутреннего мира его создателей или хозяев. А в данном случае и того, и другого. Дина и Виктор являются ценителями и знатоками восточной культуры. Это чувствуется во всем – в стилистике дома, интерьере и, конечно, в самом саде. Как признаются сами хозяева, это не японский сад. Он далек от классических японских канонов. Но это им не нужно. Ведь для того, чтобы создать японский сад, нужно родиться японцем или быть буддистом. Это русский сад с восточными нотками. И сад получился. Получился уютным и комфортным. Он словно матрешка, сад в саде. Благодаря планировке, гуляя по дорожкам, мы не знаем, что ждет нас за углом. Картинка меняется с каждым шагом. Удивительно, но на небольшой территории нашлось место и для созерцания в одиночестве, и для неспешной беседы вдвоем. Каждый может найти себе уютный уголок, исходя из своего характера и предпочтений. Но не буду отвлекать вас от созерцания. Оставляем вас наедине с прекрасным. Thank you.
На этом все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Если вам интересны сады в Ленинградской области, то можно посмотреть на другие сюжеты. Ссылки будут внизу в описании. До скорых встреч!